Армия Ирака и ее союзники продолжают операцию по освобождению Мосула от ИГИЛ. На днях военным удалось отбить у боевиков деревню Гаджали, в которой экстремисты более 2 лет удерживали мирных жителей. Иракские военные патрулируют Гаджали, а на улицах можно встретить женщин и детей. Многие из них неделями не выходили из своих домов. Мы прятались от террористов в нашем подвале. Дети уже 2 дня ничего не ели. У нас не было даже воды. Мы смогли выйти из домов только после того, как нас освободила армия. По мере того, как армия продвигается к Мосулу, глава группировки ТИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади впервые прокомментировал военную операцию. Аль-Багдади, который предположительно сейчас находится в Мосуле, заявил, что уверен в победе своих последователей. Лидер ТИГИЛ в аудиообращении призвал боевиков и жителей города оказать сопротивление иракским войскам. Но поддерживать его жители не торопятся. Они поубивали и похитили столько людей без какой-либо причины. Наши знакомые просто пропадали, и понятия не имеем, где они. Это было ужасное время. Надеюсь, Ирак уже скоро освободят от террористов. Мы уже устали от такой жизни. Операция по освобождению Мосула началась 17 октября. Военные уже одержали несколько побед и продолжают продвигаться к городу. Населенный пункт самый крупный из тех, что был когда-либо захвачен этой террористической группировкой. Его падение будет означать поражение ТИГИЛ в Ираке. Сабиб Айбусинов, Асимай Сахиб, Даурен Ахашулы, Хабар 24.